Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Я являюсь участницей проекта «Всем миром» уже 4 года. Решила записать для вас сегодня вот такое видео. Как известно, что с нового года 2017 моя методика обучения более 40 видеоуроков плюс обучающие вебинары стала платной. До 1 марта, как я уже снимала видео, она стоит для моих рефералов, кто оказал помощь в проекте «Всем миром» 750 рублей с партнерской программой 30%. С 1 марта она будет стоить 2000 рублей. Также с партнерской программой, если вы будете ее продавать своим рефералам или кому угодно, она будет стоить 2000 рублей. Также с партнерской программой 30%. Сегодня в Skype пишет мне женщина, что она собирается под меня регистрироваться. Давно наблюдала за проектом еще с 2013 года, но 4 года думала. И я ей сказала, что до 1 марта эта методика будет стоить, то есть сейчас стоит 750 рублей, с 1 марта 2000 рублей. На что она мне ответила: «Вы что, и дальше деньги с меня выкачивать будете?» Нормально? И я еще подумаю, регистрироваться под вас или нет. Я от безысходности вам написала. Ну, конечно, подумайте, вас сюда сила никто не тащит. Она пишет, снисхождение какое-то для ваших рефералов будет или нет? Ну, конечно, будет. Мы специально для моих рефералов создали плейлист, где мы выставляем ваши ссылки на нашем сайте. Вместе с вашими сертификатами снимаем на двух раскрученных каналах, ставим ваши ссылки. Посмотрите один плейлист, чего стоит, сколько там работы проделано. А чат инструментов и чат комментариев, сколько там альбомов с картинками, это все делается для вас. Но извините, методика моя платная. Я ее спросила, говорю, вы не считаете, что каждый труд должен быть оплачен? Вы на работу ходите бесплатно или тоже за деньги? Она говорит, я так понимаю, что в вашей структуре все за деньги. Это не только в нашей структуре, это во всем интернете все за деньги и из денег, если вы до сих пор не знаете. Зарегистрируйтесь под другого спонсора. Вы просто потратите 105 долларов, и он вам не будет помогать. Посмотрите на топ-10. 8 человек в десятке лидеров, моя команда. Начиная с 2014 года, как появился топ-10, я в десятке лучших. И наша цель на 2017 год – занять все 10 мест. Остальные просто не работают, я так считаю, потому что их не видно в топе-10, и работы их не видно. Мертвые души. И о каком снисхождении речь, я не понимаю. Надо вам обучаться, платите деньги. Не надо вам обучаться, оставайтесь в своей зоне комфорта, не ходите в наш проект. В интернете все за деньги, и тут нужно пахать. Вы знаете об этом? Поэтому думайте, прежде чем вступать в наш проект. Всем пока!